Полинка, а спорим на 15 рублей, то ты не опустишь под воду этот бумажный кораблик? Спорим, конечно. Вот, отодвигаем, берем водичку и опускаем под воду твой кораблик. Трогать руками его нельзя было. Ладно, тогда помогу ему палочкой. Нет, его мочить тоже было нельзя. Так ты не говорил. Да говорил, это же очевидно. Его нужно опустить под воду так, чтобы он не намок. Вот тебе еще один, но это последний. Хорошо, как же это сделать? Придумала! Смотри, оператор, он под водой и сухой. Он не под водой, он за водой, а должен быть под водой так и сухой. Какую разницу? Ну что, не можешь? Тогда 15 рублей будут мои. Нет, мне нужны эти 15 рублей. Ах ты жмотина. Ручки использовать нельзя, мочить нельзя, а хоть физику использовать можно. Ну попробуй, но он полностью должен быть под водой, но физика тебе вряд ли поможет. Хорошо, тогда кладем его плавать, берем стаканчик, чтобы не касаться кораблика, и опускаем наш кораблик под воду. Оп, смотри, кораблик под водой. Под водой. Сухой? Сухой. Значит, бам, и денежки мои. Я в шоке, лайк и подписка тебе. Спасибо.